Так, только посмотрите на это. Эту кнопку я решила открыть вместе с вами, потому что здесь только ваша заслуга. Кому-то нравлюсь я и не нравится Амна. Кому-то не нравлюсь я и нравится Амна. Кто-то здесь ради рецептов, кто-то здесь ради музыки. Но каждый находит на моем канале что-то свое. Что-то, ради чего он может возвращаться снова и снова. И за это от нас вам огромная благодарность. Милочки, посмотрите, что пришло по почте. Огромное спасибо вам, потому что без вас не было бы меня здесь, не было бы этой кнопки, не было ничего бы этого. Спасибо, что заглядываете на мой скромный канал и оставляете свои комментарии. И вы не поверите, многие комментарии, которые ранее были написаны, и до сих пор помню, и помню те чувства, которые они вызывали, комментарии поддержки, комментарии в те периоды, когда на меня, ну, так скажем, накидывались с разным негативом. Но были люди, которые писали такие проникновенные слова, которые до сих пор у меня запали в душу. Некоторые комментарии я делаю даже скриншоты и сохраняю, потому что вообще это просто это теплые слова от незнакомых людей, незнакомому человеку, казалось бы, да. И да, это было очень... Это был бензин для моей работы, чтобы не забрасывать канал и делать для вас разные видео. Огромное спасибо вам.